Хочется ответить Инне, которая написала мне: «Я так думаю, пьете!» И, естественно, мое эго взбунтовалось. Вот варю супчик. Привет, мои любимые. Ну вот Инна думает, что я пью. Хотя за свои полвека с небольшим я ни разу даже глотка алкоголя не выпила. Вот в трезвой памяти и не знаю чего. И осознаю, что это как отмазка звучит. Но это факт. И мой ум, естественно, реагирует и разделяет на трезвенников и алкашей и так далее, и так далее. И это как будто бы я сама себе показываю, что мне еще нужно избавляться от моего эго. Хотя кому нужно? Тоже игры ума. Все абсолютно игры ума. А Бог – это тишина. Смотрите, какие огромные повороты.